Когда в машине сел аккумулятор? Когда я вышла не на тот перрон? Когда на кассе требуют оплату, я набираю папин телефон? Когда обидят или отругают? Когда нужна надежная рука? Меня проблемы в общем не пугают. Мой папа их решит наверняка. Когда душа заноет от царапин и близится хорошее к концу, я обращаюсь ко второму папе. Я жалуюсь небесному отцу. Я говорю о том, что мне тревожно. Весь мир пропитан леденящим злом. Он мне говорит, что все надежно, пока в его руке хранится дом. Я знаю, отче, я не заслужила твоей огромной, искренней любви. Твоя рука со мной, я ощутила. Ты нас, пожалуйста, благослови. И я с улыбкой слезы вытираю, как избалованный последний сын. Как хорошо прожить, осознавая, что ты в любой проблеме не один.